Ксения родилась и росла не в Рязани. Уроженка Пскова. Город и даже область она знает лучше, чем многие коренные жители. И сегодня Ксения Паначева – двигатель внутреннего туризма в регионе. Пришла идея показывать такие интересные места, которые в традиционные маршруты не включены. Понятно, что у нас Кремль есть, Константиново, да, как Солочи, то те места, куда ездят люди. И без меня, да. Но есть места, которые интересны, скажем так, специфическим, да, туристам, людям, которые увлечены историей очень глубоко. Учитель географии по образованию, Ксения сегодня создатель туристско-образовательного проекта «Я вам покажу». Ее авторские маршруты продуманы до мелочей, логистика спланирована, и каждая экскурсия – новая неизвестная история, нежно любимая автором. Если говорить именно о Рязани, то моя любимая экскурсия – это «Улочки и закоулки». Она такая очень душевная всегда получается, очень интересные объекты в нее включены, это и старейшие рязанские храмы, и несколько зданий гражданской архитектуры, которые можно назвать самыми-самыми старыми у нас. И она такая длительная, 2,5-3 часа мы иногда ходим. Вот бывает, что заканчиваем уже прям в темноте. Ксения проводит около 10 авторских экскурсий в области, столько же по городу, и группы иногда превышают 50 человек. Псков Ксения ездит в отпуск и признается, что там сама берет экскурсии, потому что знает о родном городе гораздо меньше, чем о Рязани. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».